повернувся, білим десь банкер і виповнив, коротше, на 150%. Так, все, мы готовы ехать. Загрузились. Давно мы не ездили никуда. По традиции Макдональдс. Всегда, когда проезжаем Salt Lake, мы делаем вот так. Вечер тепленький. Просто шикарно. Димас. Вода холодная. Холодная? Ну, вот особенно на берег. Да ладно, ну. Давай. А тут у нас уже готовится что? Окрошка. Ничего себе. На кефире? Сметана, с майонезом. Халлилуйя. Вечер такой теплый-теплый, классный. Не жарко, не холодно. Дима сделал вот так, смотри. Опа. Смотри, тут это. Вообще круто, слышишь? Думаешь, не душно будет? Нет, конечно, я кондёра включу на ночь. Ну, перед сном. Ну что, будем пробовать окрошечку. Блюдо неординарное такое. Ну, только помолиться надо, Дима. Пьем чаёк, кофеёк. И вперед на рыбалочку. Ну, на жарёху мы должны сегодня поймать. У нас миссия. Так, наш кораблик. Подсаживай один. Лавайчик. А ну, небольшой, но начало есть, классный. Это на жареху или на уху как раз самый класс, да? Возможно, потому что сильно тяжело. Ага, за бочину. Кама. Хорошенький такой размерчик. Еще одна белая в копилочку. У нас был план 4 белой, и там уже как пойдет с другими рыбами. Так, слава богу, еще за одну беленькую. Халлилуйя. Достанешь пока?
была по гнилкам. Смотри, смотри. Валачик наш. Короче, валачик. Пытались этого. И валачик еще. Бонусом у нас пошел. Беса ловили, короче, попался валачик. Так, попробуем еще бесика половить. Да у меня вообще не было времени. Короче, еще мы все-таки басика поймали. Вот карпа у нас в планах особо не было, но сегодня будем делать хе. Я не могу, это видео, это живой. Короче, итог. 4 белой, один судачок, валачик, один небольшой басик. Карпуша у нас пойдет сегодня на хе. Может, белой рыбки добавим, посмотрим, как пойдет, да, Димас? Так что будем готовить сегодня. План перевыполнен, короче, на 150%. Белая жареная классная. Чуть кости есть, конечно, но когда свежая, супер просто. Короче, у нас сегодня будет ассорти. Плюс нам дали форельки. Карпик, белая, судачок. 3-4 часа. Короче, сегодня будет огонь. Погодка класс. Народу нема. Водичка тепленькая. Просто супер. Ох, красавчик, арбузик какой. Так, делаем хе. Снимаем филешечки, берем мясо, отделяем от костей. Видишь, уже вот полежало, чуть уже отходит. Серый, а ты просто на жареху, да, рубаешь? Да, давай пакет. Давайте же, блин, ну я как раз вот на Queen Station. Жарюха или на уху, там разницы нема, все равно. Ну, мы на уху, на головы, хвосты. И на уху тоже плоть. Смотри, палец свой не видит. Да не видит такой, что... Карпик тоже, карпаша идет на филешку. Ножи-то полностью. Наша Наташа. Вот,
Так, рыбка жареная идет, то, что надо, но схемы так еще пока не сделали, но в процессе. Красная. Так, Димас засыпал всю рыбу. Много соли вообще идет на рыбу? Ну, я на две белых обычно сюда делаю. Тут две столовые ложки. У нас тут еще и ложки трошки не столовые. Это, наверное, три кинем. Так, и две тоже надо на две белых, две столовые ложки эссенции. У нас тут чуть больше. У нас больше рыбки, тут две с половинками. Так, последний этот процесс, да? А тут еще не последний. Все скидаешь в рыбу, да? Ага. Сои соус. Это что, Дима? Кунжутовое масло. Какое? Кунжутовое. Ну, она чуть-чуть, не знаю, потому что лучше добавить. Я просто себе нацал. Чуть-чуть на овощи. Ну что, хей готовы. Серега делает первый тест. Заброс. Первый заброс. А ну, хлопцы, наешь-то. Лучше я зиму раду. Да. Классно. Вкусно. Миленькая. Держи. Хэнкстэк, заезжай. Ну что, Димас, свое изобретение, как тебе? Не мое, это Андрюхина. Не, ну в данный момент-то ты... Да, все четко. Оно настоялось. Остроты маловато. Я вчера пробовал, думал, перепробовал. Вкусно, да, но не сильно острое. Чуть-чуть бы больше. Вкусно это, не? Очень. Короче, хе получился классно. Плюс чуть-чуть остренького соуса добавлял. И получается бомбей.